спорт меняет человека до 100%. Это дисциплинированность. Мы всегда по жизни везде быстрее успеваем. То есть это там в плюс. Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по киокушинкай в Перми – одна из самых посещаемых и результативных. Здесь растят чемпионов, начиная с самых малых лет. Пермский опыт внимательно изучает полпред российского президента Михаил Бабич. Столь успешные проекты необходимо тиражировать. В продолжении темы в краевой администрации состоялось совещание при полпреде президента. Михаил Бабич отметил, что ключевую роль в привлечении детей к занятиям физкультурой должны играть вузы, в развитии спортивной базы которых вкладываются немалые федеральные средства. Сам занимаешься? Да. Ну, боролся на соревнованиях? Нет. Еще. Нет еще? Идут еще. Нас только учат первый год. Сам занимайся, сам очень полезно. Ну, давай. Удачи. А это уже знакомство с воспитанниками лицея полиции в Усть-Качке, где Михаил Бабич осмотрел базу под создание кадетской школы-интерната Приволжского федерального округа. На ее создание будет выделена значительная сумма из внебюджетных источников. У Прикамского лицея полиции сильные стартовые позиции. Это и качественные обучающие программы, и добротная материально-техническая база. Для того, чтобы лицей смог принять больше воспитанников, предполагается строительство новых учебных корпусов. Школу здесь можно с хорошим бассейном, спортивным залом и стадионом вот здесь построить. И тогда супер комплекс будет. Детская тема была центральной в программе рабочего визита полпреда. Так Михаил Бабич сообщил, что в Приволжье будет выстроена трехуровневая система для решения задач по профилактике социального сиротства, а также по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого создается окружной совет и рабочие группы в его составе. Те рабочие группы, которые могут войти в любой детский дом, которые могут отреагировать на любую ситуацию, которые могут отреагировать на любой сигнал, доложить главе субъекта о тех мерах, которые необходимо там немедленно в оперативном режиме принять. В свою очередь глава Прикамья Виктор Басаргин рассказал о разработанной в регионе программе по строительству жилья для детей-сирот. Меняется подход. Если раньше выдавали сертификаты, тем самым возлагая проблему поиска жилья на самих выпускников детских домов, то теперь им будут предоставлять квартиры. Вместе с тем решается в Прикамье задача и по устройству детей в семьи. За последние 5 лет количество детских домов в Пермском крае сократилось с 51 до 11. У нас сегодня количество детей, живущих в наших приемных там семьях, превышает 94%. Поэтому по этим показателям динамика очень-очень позитивная. Одна из лучших в стране. Не в округе, а в стране. 94% детей уже находятся в замещающих семьях. Отдельное совещание полпред посвятил оптимизации бюджетных расходов. Михаил Бабич сообщил, что в случае, если на решение жилищных проблем детей-сирот Прикамья потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, он готов выходить соответствующими предложениями в российское правительство. Андрей Григорьев, Елена Закирова, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.